Благодарность за инвестиционную активность. В Астане прошла третья церемония награждения компаний, внесших вклад в индустриализацию Казахстана. Награду получили 10 иностранных инвесторов. В экономику страны с начала года они вложили около 200 миллионов долларов. Половина компаний-участников отмечена за реинвестиции. Они несколько лет присутствуют на рынке и открывают новые производства. Это компании, инвестирующие в производство стройматериалов, кондитерских изделий, безалкогольных напитков, молочной и сельскохозяйственной продукции. Как отметил министр по инвестициям и развитию Секешев, Казахстан и в дальнейшем будет работать над улучшением инвест-климата по стандартам ОСР. С нового года все госуслуги и разрешения инвесторы будут получать по принципу одного окна. В целом наблюдается рост объема капиталовложений в обрабатывающий сектор экономики. За последние 10 лет приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил более 215 миллиардов долларов. Мировая статистика показывает, что более 60% это реинвестиции. То есть компании, действующие уже в стране, решают открыть второй, третий завод. Инвестиции сами по себе во всех развивающихся странах снизились. Но у нас что мы видим, что в обработку они не снижаются такими темпами, как в добычу. Мы одна из компаний группы Toyota. В целом компания Toyota присутствует на рынке Казахстана с начала 90-х. Что касается сельскохозяйственного проекта, мы начали его лишь год назад и потребуется очень много времени, чтобы достичь поставленных целей. Выращиваем пшеницу и картофель. В наших планах расширение масштабов производства. В перспективе планируем выйти на экспорт в ближайшие страны и в страны Юго-Восточной Азии.